Здравствуйте, коллеги. Вновь ProDexpo 2021. У нас новый спикер. Представьтесь, пожалуйста, и какую компанию представляете сегодня? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Фамилия моя Беляков Романов. Я генеральный директор дистрибьюторского холдинга United Food Group. На этой выставке мы представляем себя и свой ассортимент, а также представляем наших партнеров, белорусских производителей кормов для животных и сопутствующих товаров. Расскажите, пожалуйста, немножко о компании. Что за компания, чем она популярна и интересна потребителю? Это хорошая, надежная компания, которая производит экологически чистые продукты для животных, следит за качеством производимой продукции и также в линейке имеет какие-то такие инновационные продукты, как, допустим, наполнители для туалетов животных с силикогелем. Сейчас это такой наиболее передовой продукт, он отличается эстетичным видом, находясь там, где должен находиться, и своими функциональными возможностями, особенностями. Вы приехали на выставку для того, чтобы познакомить наших ритейлеров с этим продуктом, или, в принципе, вы уже где-то были представлены? Да, на этой выставке мы знакомим с представителями сетей с данным ассортиментом. У нас здесь представлено в центре розничных сетей стенд данного производителя, и мы работаем, да, по нашим контактам, представляя их от своего лица. Я надеюсь, вы в следующем году привезете еще огромное количество классных производителей, которые покажут себя миру. Что-то, может, поделитесь какими-то планами на следующий год? Может, у вас есть какой-то вектор развития компании, конкретно вашей? Каких-то новых производителей вы хотели бы найти в этом году? Может быть, найдете их на этой выставке для себя? Мы сейчас, как наш основной вектор, видим это поставка овощей и фруктов из Сирийской Арабской Республики. Как возможно, вы знаете, мы являемся производителями большой линейки продуктов питания армии России. И благодаря, скажем так, поддержке определенной, мы наладили поставки из Сирийской Арабской Республики. Следовательно, мы сейчас ищем партнеров по поставке им фреша и суперфреша, то есть авиадоставка в том числе у нас будет, а также различных субпродуктов, таких как сококонцентраты и сублимированные фрукты. Ну, мы пожелаем вам удачи, надеюсь встретиться на следующей выставке в следующем году, и надеюсь, все ваши партнеры будут широко представлены для нашего российского потребителя. Большое вам спасибо. До свидания.